Добрый день, дорогие коллеги. Скажите, пожалуйста, как слышно, все ли хорошо? Я смотрю, у вас уже такая длинная переписка. Коллеги, просьба отписаться в чат, все ли слышно хорошо? Вот, отлично, вижу, что звук пошел, у всех отличное настроение. Тогда давайте мы с вами начнем. Меня зовут Худаева Виктория, и тема нашего сегодняшнего вебинара какая? Естественно, это третий уровень супергероев Annex Tour и тема Priority. Но прежде всего, пару слов о нашей компании. Пару слов про нашу компанию. Как вы знаете, мы уже не то что 22, уже, наверное, 23 год на рынке. У нас есть 4 страны вылета, много офисов приема туристов, 47 стран открыто для наших клиентов и уже более 85 направлений для отдыха. По многим из них мы уже сделали, конечно, нашу дорогую концепцию Priority. Но прежде всего надо затронуть те вопросы, что такое Priority. Я думаю, что многие из вас уже бронировали, но навряд ли все хорошо знают, что же это такое. Как все-таки нужно работать и как, самое главное, предлагать эту концепцию, предлагать не только отели, но и услуги. В этом вебинаре мы с вами более подробно рассмотрим все нюансы, как для агентов, так и для наших дорогих с вами туристов. Ну и, соответственно, почему именно Priority от Annex Tour нужно вам с вами бронировать. И, безусловно, что получает агентство, что получает конечный уже наш с вами турист. Мы понимаем, что очень непросто работать с туристами и как важно правильно выбрать не только партнера, но и организовать отдых туриста. Особенно, когда туристы хотят немного больше, чем просто пакетный тур. Ведь, согласитесь, иногда турист сам приходит уже с отелем класса VIP, но это абсолютно, что это будет самый простой турист. Порой нужно предложить и ряд дополнительных услуг, которые необходимы туристам для его отдыха. Именно для этого мы собрали наши эксклюзивные отели и объединили их в одну концепцию Annex Priority. И что же это такое? Это набор услуг премиального класса, где учтена каждая деталь абсолютно. На данный момент у нас сколько стран, кто у нас более внимательный? Ну, не 26 стран, мы бы рады, и 85, и 26, и 47, 85 направлений. Пока у нас по 6 странам действительно действует Annex Priority, но я думаю, что по вашим желаниям и с нашими силами мы, естественно, расширим этот список. Пока на данный момент 113 отелей. Ну, естественно, безусловно, это поддержка 24/7. То есть всегда круглосуточно, вне зависимости от времени суток, день, ночь, дня, недели, мы всегда, наши коллеги, на связи. Наверное, прежде чем говорить, какие мы замечательные, нужно сказать, что же получит агент. И на самом деле это довольно важно, потому что в первую очередь туристы получают первичную информацию от агентства. Это и индивидуальное сопровождение заявки. Тут очень важный момент, что вы должны понимать, что так или иначе, крупнейший туроператор, заявок у нас очень много. Мы стараемся, конечно, на все абсолютно заявки обращать одинаковое внимание, всегда уделять столько сил, сколько это возможно. Но мы также понимаем, что раз мы позиционируем себя как Annex Priority, то у нас есть отдельные менеджеры, которые занимаются вашими заявками и ведут их. И, естественно, вы можете всегда к ним обратиться по подтверждению, не подтверждению, по каким-то, возможно, мелочам, которые
вам будут интересны, которые вам будут важны для уточнения запроса. И что самое тоже немаловажное, это страхование агентского вознаграждения. Бывает на самом деле всякое, у туристов тоже может что-то случиться, они могут отменить свой заказ, но мы всегда сохраняем скидку, возвращаем деньги туристу и сохраняем скидку за партнером. То есть это тоже такой, на мой взгляд, вспоминая мое агентское прошлое, немаловажный момент. Конечно, по мотивации бонусы, которые можно списать в счет оплаты заявки, по примеру, Лужо, Moneybox. А также далее мы будем расширять список отелей с премиальными бонусами. То есть вы можете получать не только комиссию, не только индивидуальный подход к каждой заявке, но и, соответственно, уже такие премиальные бонусы. Но, конечно, чтобы склонить туриста на ту или иную сторону, скажем так, чтобы мы с вами могли предлагать эту концепцию в полной мере, надо сказать, что же все-таки они получают, почему им надо выбрать тот или иной отель, почему им надо выбрать тот или иной отель от Anextour. Что же получают у нас туристы? Во-первых, нужно убедить, почему именно выбираем Annex Priority прежде всего. Думаю, что многие из вас заметили, что все больше туристов стали обращать внимание на комфорт. То есть, если раньше, несколько лет назад, может быть, даже 5 назад, 4 года назад, туристы путешествовали намного больше. То есть, они могли путешествовать 2-3 раза в год. И сейчас, не знаю, к счастью или к сожалению, количество путешествий немного сократилось, но оно перешло на качество. То есть уже они могут отдыхать 2 раза в год, не по неделе, а по 2 недели. Уже выбирают отель более высокого класса, уже думают, почему бы не забронировать перелет бизнес-классом, тем более чуть позже мы тоже будем говорить про бизнес-класс, про его плюсы, безусловные. Итак, туристы получают на рейсах Azure Air во Внуково есть отдельная стойка регистрации, то есть уже не надо вот в этой километровой, скажем так, очереди стоять, хотя по собственному примеру скажу, что в принципе довольно быстро проходит регистрация, но так или иначе стоечка она отдельная. Причем все стойки Azure Air находятся очень удобно, то есть не надо бегать по аэропорту, при входе во Внуково чуть-чуть вперед и сразу несколько стоек Azure Air. Также это увеличение и нормы багажа, и по наличию, соответственно, мест можно сделать апгрейд до Azure Space. Далее, вы даже если хотите, можете сделать принтскрин со слайда, потому что здесь я выделила самые основные моменты, что нужно обозначить туристам. Это и индивидуальная встреча клиента в аэропорту по прилету. Это, безусловно, либо индивидуальный, либо экспресс-трансфер, то есть это максимум 3 отеля. Это тоже можно все уточнить в зависимости от направления, в зависимости от отеля. То есть пока мы с вами говорим, что общее, да, какие общие по всем странам идут преимущества для туристов. Также это и отдельная встреча с гидом, и экскурсии, то есть абсолютно ваши туристы могут почувствовать себя действительными очень важными персонами, то есть за ними будет такой надлежащий уход, это и когда им удобно будет встреча с гидом, и если они хотят забронировать какие-то экскурсии вне пакета, то это всегда можно запросить и по возможности, то есть я вам не гарантирую, естественно, это, но тем не менее мы всегда будем стараться сделать либо индивидуальную экскурсию, либо как-то помочь вашим туристам. Это услуги бизнес-зала на вылете, причем обращайте ваше внимание и внимание ваших туристов, что ваучер, который выдается, где именно находится бизнес-зал, чтобы не было опозданий. Это и страхование от невыезда по программе «Спокойный отдых». И, конечно, различные комплименты от отеля, которые входят в нашу концепцию.
И теперь мы более, наверное, детально разберем, какие же есть плюсы и минусы для каждого направления. Потому что так или иначе, для каждого направления есть свои какие-то особенности, какие-то свои преимущества. Итак, по Доминикане. Наверное, это одна из тех стран, которая VIP-концепция действует наиболее так распространенно, потому что очень многие туристы берут действительно отели класса VIP, действительно берут и приобретают бизнес-класс. Как вы знаете, бизнес-класс у нас очень хороший. Чуть позже в нашей презентации я вам обязательно покажу даже фотографии нашего бизнес-класса, чтобы вы уже воочию убедились, какое. Так вот, на рейсы Azur Air из Внуково, как я уже говорила, естественно, это отдельная стойка регистрации. В стране, соответственно, пребывания есть личный помощник на шопинг, но это, безусловно, по запросу. Если нужно, предоставляем. Поддержка 24/7 по указанному телефону, то есть если что случится, туристы не одни, они всегда могут обратиться, либо вы, либо, ну, соответственно, туристы на отдых, либо WhatsApp, или позвонить на телефон. Это апгрейд перелета до бизнес-класса, либо Azur Space, опять же, при наличии. И увеличение нормы багажа на вылете с Доминиканы – это плюс 10 килограмм. Согласитесь, что это очень-очень даже приятно. С учетом того, что всегда хочется купить сувениры, а мы знаем, что везут обычно из Доминиканы. Коллеги, какие у нас сувениры везут из Доминиканы? Ром, безусловно, ром и кофе. Я надеюсь, что все-таки я не утомила вас своим рассказом, что у нас, несмотря на то, что 11 утра, у нас идет третий уровень нашего супергероя. Супергерои не нуждаются ни в кофе, ни в роме, они всегда бодры и веселы. Да, еще вижу, что пишут какао. Безусловно, какао тоже один из наиболее таких распространенных сувениров. Поэтому так или иначе, норма багажа плюс 10 килограмм, она тоже есть. По Вьетнаму и ОАЭ, наверное, пока, к сожалению, не так много преимуществ для туристов, но это всегда поддержка по телефону для той или иной страны. Если кому-то надо, давайте сразу сделаем принтскрин сайта с слайдом с телефонами. Это и апгрейд перелета, опять же, при наличии. Ну и, соответственно, это дополнительный багаж для Арабских Эмират плюс 10 килограмм. Преимущество туристов для Турции. Здесь, я думаю, что одно из наших верующих направлений, безусловно, это не только поддержка по телефону, это не только, соответственно, увеличение нормы багажа, но и повышение класса обслуживания. Это индивидуальная стойка регистрации ваучеров, причем не только в Анталии, но и, соответственно, в Бодруме. И, конечно, подарки по прилету для наших маленьких гостей. И в Турции у нас есть приоритетная регистрация на обратный рейс. Наша следующая страна – это Мексика. Это, как вы видите, это, безусловно, и индивидуальная стойка регистрация в Канкуне. Это поддержка туристов, личный помощник и, конечно же, апгрейд по перелету. Один из наиболее важных моментов, то есть если мы сейчас с вами обсудили все нюансы, все плюсы по, скажем так, по конкретным странам, чуть раньше я вам говорила, что так или иначе, в перечне услуг, которые есть во всех странах, у нас есть и договор страхования по продукту «Спокойный отдых». На самом деле на него я хотела бы обратить немножко побольше ваше внимание, потому что по какой-то причине он немного, скажем так, проходит мимо.
Это всегда надо знать, это всегда надо говорить вашим туристам, что это не просто какая-то страховка, это, во-первых, отмена поездки по причине болезни или смерти застрахованная, это страховка от несчастных случаев, на случай утраты багажа, задержки рейса более чем на 6 часов, а также, что как бы идет плюсом, да, и чего не было ранее. Это страхование квартиры на время отпуска, и это страхование банковской карты на время отпуска. Потому что так или иначе, к сожалению, но мир таков, что лучше иногда перестраховаться. А для наших туристов это уже все, скажем так, все включено в наше страхование «Спокойный отдых». И действительно, с этой страховкой туристы могут, что называется, спокойно отдохнуть. То есть такой хороший, довольно бонус. Как я уже говорила чуть ранее, что предоставляются услуги бизнес-зала. Это одно из преимуществ концепции Annex Priority. Причем вход осуществляется по ваучеру. Я думаю, что у многих, конечно же, уже есть свои, скажем так, карты Priority во многие бизнес-залы. Но если у кого-то вдруг нет, то мы это, безусловно, все предоставляем. Вход в бизнес-зал по ваучеру. Но сразу предупреждайте ваших гостей. Уже были случаи, к сожалению, что бизнес-зал, он находится до зоны контроля. И чтобы успеть на рейс, им нужно так рассчитать время, чтобы действительно не опоздать. Потому что, когда вы расслабитесь уже в бизнес-зале, кажется, что уже хоба и все, а на самом деле нужно еще пройти паспортный контроль, рейсов много, к сожалению, здесь уже мы никаким образом помочь не сможем, потому что это уже зависит от аэропорта, и во Внуково, естественно, рейсы не только Азур-Эйр, поэтому, пожалуйста, предупреждайте, чтобы не было опозданий, потому что мы, конечно, будем всячески помогать, но тоже, чтобы без опозданий было. К сожалению, такой вот нюанс был у нас недавно. По бизнес-классу, как и обещала, как на картинке, таков он и есть. Думаю, что говорить что-либо не нужно. Многие из вас уже бронировали и, может быть, даже пользовались нашим бизнес-классом в авиакомпании «Азур». И он действительно такой, как на данном слайде. Скажите, кто-нибудь уже отправлял туристов, может быть, летал самостоятельно? Коллеги, мне кажется, кому-то не очень интересен наш вебинар, и мы с вами спим. Давайте все же активируемся. Мы с вами кто? Мы супергерои. Кто-нибудь летал, туристов отправляли? Прекрасно. Но я думаю, что в скором времени, в любом случае, вы воспользуетесь бизнес-классом на Азур-Эйр и уже можете сами довольно быстро говорить, что действительно он такой же, как на картинке. Летали, пробовали, понравилось. Также, конечно, стоит отметить, что встречают гостей по-особенному, предоставляют или индивидуальные, или экспресс-трансферы, в зависимости от направления, но все гости будут себя чувствовать абсолютно особенными, потому что их встречают с табличкой, их проводят, их доведут, что называется, до трансфера, до отеля, довезут в очень комфортных условиях. То есть, как вы видите, у нас есть такие не только индивидуальные машины, но и такие мини-микроавтобусы, которые тоже так или иначе очень комфортны. На самом деле перечислять все преимущества можно очень-очень долго, я думаю, что очень много, но самое, на мой взгляд, основное, что так или иначе все плюсы, все нюансы, это, конечно, хорошо, но всегда переживаю, что вдруг что-нибудь не случилось. Ну, такая вот у нас, наверное, натура, что всегда думаю, а вдруг что-то случится. Там в приорите нашей команде доступен телефон, по каждому направлению это свой телефон. Мы с вами уже, когда изучали по
как бы плюсы по каждому направлению, это видели, да, что по каждому направлению есть свой телефон, да, не дай бог, что случится, всегда можно позвонить, это и всегда индивидуальный подход, это всегда встреча с табличкой в аэропорту, это индивидуальная встреча с гидом при необходимости, то есть всегда туристы, они, ну, сказать, не будут чувствовать себя одинокими, они всегда будут находиться, скажем так, с кем-то, который сможет прийти на помощь, как супергерой, прилететь с суперменом и решить все проблемы, да, то есть всегда предупреждать, что они будут не одни. Всегда, если есть какой-то вопрос, если есть какой-то нюанс, всегда можно обратиться. Итак, в завершении, что это сказать, что по ряду направлений есть концепция Priority, очень много наших базовых отелей входит в нее, и мы, конечно, не собираемся на этом останавливаться. Полный список отелей есть как и на нашем сайте, так и на посадочной странице наших дорогих партнеров Profit Travel. И я вам советую все-таки быть более внимательными. Я думаю, что многие из вас уже, во-первых, пользовались концепцией, и после вебинара, как вы знаете, у нас откроется 3 вопроса, ответив на которые вы сможете заработать баллы. И если у вас есть какие-то вопросы, то я буду рада на них ответить, дорогие коллеги. Относительно помощника по шопингу, безусловно, это не дизайнер, который будет подбирать ними наряд, но так или иначе в той или другой стране есть человек, который, соответственно, сможет, во-первых, организовать трансфер, сможет сказать, что покупать в том или ином магазине, потому что кому-то нужны бренды, кому-то нужны там, не знаю, теплые вещи, кому-то нужны там какие-то пляжные и так далее, и так далее. То есть уже сориентируем. То есть, конечно, ходить, что называется, и за спиной никто не будет, но, тем не менее, всегда поможет. Презентация будет доступна для скачивания. Безусловно, вебинар будет доступен в записи. Вопросы открыты и во сколько, я думаю, что они будут не раньше, чем 12 часов. Поэтому у вас есть время еще немножко задать мне вопросы. Я надеюсь, что вам все было нужно и познавательно. Сайт Annex Tour, посадочная страница Profit Travel, где все из вас зарегистрировались. Поэтому, как вы знаете, мы завоевали 1 000 000 сердец, будем завоевывать еще больше. Надеюсь, что вместе с вами. Если у вас нет больше вопросов, то мы с вами прощаемся. Вам отличной недели, хороших туристов, естественно, приорите туристов, хорошего бронирования, всего хорошего.